Лыжня России – одно из самых массовых спортивных мероприятий в нашей стране. По предварительным данным, в Брянской области в 37-й массовой лыжной гонке примут участие около 5000 человек. Любители здорового образа жизни смогут сами выбрать себе дистанцию в зависимости от возраста и спортивной подготовки. Организаторами планируется провести 12 забегов. Зарегистрироваться, получить шапку с символикой и нагрудный номер участника можно будет с 4 февраля в областном шахматном клубе по адресу улица Луначарского, дом 45, ежедневно с 10 до 18:00. В день соревнований регистрация участников будет проходить в парке имени Тысячелетия города Брянска с 9 до 11:00. Хотел бы пригласить всех жителей Брянской нашей области, города Брянска, от мала до велика, на прекрасное мероприятие «Лыжня России 2019», которое состоится у нас на кургане «Бессмертие» 9 февраля в 11:40.